Мароловодческая ферма Владимира Санникова надежно спряталась в горах. Кажется, она заброшена. Никого из обитателей не видно. На самом деле, они просто обходят свой дом стороной. Чтобы увидеть Марала вблизи, нужно изрядно потрудиться. Марал – кладезь здоровья. Это оценили еще в древневосточной медицине. Тогда на них охотились не ради мяса, а ради целебных рогов – понтов. В них-то и скрыта вся сила. В хозяйстве Санникова сейчас почти 200 голов марала, и мясо он с них не берет. Четвертый-пятый год начинается уже приносить понты. То есть, может, на пятый год уже начинается срезка. И самый-самый такой период – это до 12 лет. Там уже идет на убыль. Животные все время проводят в тайге и к людям не подходят. Чтобы спилить рога, оленя сначала нужно найти, а потом загнать в специальные тиски. В понтовом бизнесе это самое трудное. Вот сюда заходит марал. Вот он, видишь, становится. Угу. Вот эти двери. Те закрывают двери, чтобы те не выскочили. А эти двери закрываются здесь. Вся работа кипит сверху. Марал – животное дикое, кусается и легается. Запросто может убить человека копытом. Спиливание рогов – это первый из этапов к получению готового продукта. Потом их варят. Как вода дошла, 90-92 градуса, все, начинается окунание рогов. Пустил, убрал, другие взял, опустил, убрал. И так вот каждый рог 9 раз. После процедур один пант теряет в весе до 70%. Ситуация штатная, фермер по этому поводу не расстраивается. Тем более, что экспортом целебных рогов тут не занимаются. Маралы – это только часть огромного сельхозпредприятия. По сути, это ферма. И не ферма вовсе, а больше база отдыха. Таким образом, начальство заботится о своем коллективе. Кому для настойки, кому ванну понтовую. И хотя стоит это дорого, марала нужно кормить, начальство для здоровья своих рабочих денег не жалеет. Такое редко где сейчас встретишь. Не знаю, как вам, а мне такой подход очень нравится. Чтобы сделать себе настойку пантокрина, берется 100 грамм понтов, просто нарезается колечками и замачивается в спиртосодержащей жидкости и настаивается 21 день в темном прохладном месте. Затем принимается по чайной ложечке в течение 7 дней вечерком. Понты марала можно настаивать и на меду. Эффект омоложения не потеряется. Самое главное во время курса лечения не употреблять хмельное. Иначе пользы от пантокрина будет столько же, сколько от настойки на куске резины.